всегда говорю, куда вы лезете? Алло, кедо сур семечтяны сад. Так я им всегда говорил. Иди, сиди, свои семечки продавай. И если, не дай Бог, что-то будет, один на один, мы их элементарно на колени поставим. Biz dünyadan gider olduk, kalanlara salam olsun. Bizim için değil dua, kalanlara salam olsun. Biz dünyadan gider olduk, kalanlara salam olsun. Bizim için değil dua, kalanlara salam. На этих кадрах азербайджанские военные находят вещи и оружие армянских солдат, которые, оставив все это добро, убежали со своих позиций. Братан, иди сюда. Смотри сюда. Это все, что они оставили и убежали. Бритвенные станки. Сказать, что если начнется их вторжение и так далее, обученность наших командиров сейчас не те времена. Я разговаривал, встречался с командирами батальонов, бригад и корпусов. Вот, в частности, с командиром 5-го корпуса, который окончил Академию Фрунзе и прошел курсы Академии Генерального штаба. Это мыслящие ребята. Они прошли уже и практику, и на деле. Ты думаешь, почему так последний раз стрельба, артиллерийская дуэль была? И столько погибло азербайджанцев. Потому что они не умеют делать расчеты. Ведь стрельба с артиллерийских систем — это не автомат, пулемет целится. Там надо математические расчеты делать. И правильность от этих расчетов зависит, снаряд туда упадет или не туда. В этом плане армянам нет цены. Манте, Вазген, Арамо, Манвел, Павлик. Ну как вы там, в аду? Трусливые вы шакалы. Вашего воинства и героизма хватало только на кельбаджарских старушек, хаджалинских беженцев в лесных сугробах, сожженных баганисайрумских сельчан. Окажись вы ублюдены сегодня перед азербайджанскими пограничниками, вы точно так же бежали, как позорные кролики. Ну что вы корчите из себя каких-то особенных вояк? Ваш дух при виде тюркского серого волка превращается в пух. Трусость не порок и не преступление, ведь не все могут родиться мужественными. Порок – быть говном. А раз уж вы родились трусами, то оставайтесь хотя бы трусами и не пытайтесь казаться мужественными героями перед беззащитными городоглинскими, хаджалинскими, агдабанскими, баганисайрумскими, малыбейлинскими старушками и детьми. Потому как именно в тот момент вы превращаетесь из трусов в говно.
Baxın, bax, bu şərəfsizlərin papağıdır. Şərəfsizlərin papağı. Baxın, bax, erməni yeməyidir, şərəfsizlər. Şərəfsizlərin papağı.